Всем привет, с вами канал Максим Мобайл, и это распаковка планшета Globex Kids, планшета для детей. Вот так вот выглядит коробочка. Сразу вот тут можем найти некую информацию, что диагональ экрана 7 дюймов, оперативная память 1 гигабайт и 8 гигабайт флеш-памяти. Двухъядерный процессор. Тут у нас нет ничего. Тут у нас написано, что это планшет в белом цвете. Здесь у нас технические характеристики на разных языках. Что ж, откроем планшет. Так, вот таким вот способом он открывается. Так вот, аккуратненько. И тут у нас сам планшет в полиэтилене. Мы это отложим. Обзор на него будет чуть позже. И посмотрим, что у нас идет в комплекте. В комплекте у нас идут инструкции, планшетный персональный компьютер Globex, потом вот такое вот зарядное устройство. Да, это же зарядное устройство, такое вот странное, кругленькое. Часто в планшетах встречаются такие на 2 ампера. И обычный USB для зарядки и еще OtoGap порт для подключения к флешке. И на этом все. Также вот еще такой вот силиконовый чехольчик с такими вот защитными штуками. Это идет в комплекте. Что ж, ну, приятненько, что он есть. На этом все. Подписывайтесь на канал Максим Мобайл, ставьте лайки, комментируйте, если вам что-то нравится, не нравится. Короче, пока.